В солнечном Ашхабаде еще живут люди, которые когда-то знали скромную, красивую женщину Зинаиду Федоровну, которая вдохновила Кара Асатлиева на бессмертные стихи к песне «Необыкновенные глаза». Встретившись однажды в 40-х годах у журчащего рыка, коих в Ашхабаде того времени было великое множество, поэт и муза через несколько дней сыграли свадьбу. Вспоминая Зинаиду Сайтлиеву, коллеги описывали ее красоту голубых глаз, воспетую в знаменитой песне. «В небе блещут звезды золотые, а ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза». Этот хит вошел в репертуар многих известных исполнителей. В их числе азербайджанский эстрадный оперный певец Рашид Байбутов, узбекский актер, певец и руководитель Виа Яла Фарух Закиров. Сегодня предлагаю послушать вам эту восхитительную восточную песню в женском исполнении. Но сначала не забудьте подписаться на моем канале, всегда выходят добрые душевные песни. Воды Арыка бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня. Возле Арыка, я помню, впервые глянули эти глаза на меня. Безбрежной, в море, в горах, с пастухом у огня. Эти глаза неотрывно и нежно мне помогая глядят на меня.